Арестован виновник ЧП под Актау против водителя бензовоза в ДВД Мангыстауской области. Возбудили уголовное дело по статье 296 за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть. По предварительной версии, мужчина, несмотря на запрещающий сигнал светофора, решил переехать железнодорожный переезд. В момент столкновения сам он успел выпрыгнуть, но опрокинулись 20 цистерн с нефтью. 17 загорелись, не удалось избежать и человеческих жертв. Помощник машиниста погиб на месте, а вот самому машинисту чудом удалось выжить. При этом 33-летний Кульбараков, несмотря на страшные ожоги, не растерялся и успел оповестить ОЧП все необходимые службы. Сейчас он находится в областной Мангыстауской больнице в тяжелом состоянии. Машинист тепловоза получил 30% ожогов. На данный момент, вот, учитывая степень поражения и область поражения, это вот голова, шея, да, пациент находится в медикаментозном сне. Это здесь имеет значение не сколько процентность поражения, да, там 30, там бывает 90, да, а здесь сейчас имеет место локализация поражения. Это вот лицо, голова, там, дыхательные органы и так далее. Мы делаем все возможное и будем делать. Я буду за этим сам тоже следить. Ну и поручение дал. И руководство Казахстан Темир Жолы, где он работает. И, значит, нефтяная компания, вот они все будут делать возможное, чтобы, значит, помочь и пострадавшему, и его семье. 200 метров железнодорожного полотна уже полностью восстановлено, движение поездов в регионе возобновилось. На месте происшествия выставили 3 экологических поста, нефть после столкновения разлилась на площади примерно 500 квадратных метров. Но сумма экологического ущерба пока еще не подсчитана.